Так, ладно, ребят. Надеюсь, у всех все хорошо. Давайте посмотрим на другие, скажем так, моменты признания с тянками. Как бы я посмотрел свою вайфу, самое главное, как бы отошел немного пару дней и теперь готов вам показать и остальных. Я тут подготовил сейвы специально. И, собственно, ну, погнали. Начнем с... Ну, все понятно, с кого. С Алтиной. И пойдем дальше. По накатанной. До всех остальных, которые у меня доступны. Так, сейв. Да, вот этот. Инструкторин. Привет, Алтина. Ты как раз вовремя. Почему? Почему вы связались или обратились ко мне? Пригласили меня. Чего? Ну, перед тем, как прийти сюда, у меня был разговор с Леонорой-сан. Ну, как бы это было очень внезапно, затем она заметила, что я беспокойна, и далее предложила мне совет. Я сделала, как она посоветовала, и как бы... чувства, которые меня окутали после этого... Вот оно как, значит. Скорее всего, именно все так, как ты и слышала касательно этих чувств от Леоноры. Тогда почему? Почему вы позвали меня сюда? Да несмотря на то, что это может быть последняя ночь. Выбирать фальшивку, имитацию живого существа, которое даже самое не может понять свои чувства. Даже сейчас еще не поздно. Пожалуйста, вы можете уйти и лучше связаться с кем-то более достойным, чем я. Честно говоря, я чувствовал себя потерянным. Но даже тогда я хотел лишь с тобой связаться. Из-за того, что я чувствую ответственность за эти эмоции, которые ты начала испытывать. И для меня это самое важное. Несмотря на то, что при первой встрече мы были врагами, я... быстро пришел к пониманию, что ты неплохой человек. И затем, как мой партнер, что выполнял со мной приказы от правительства, ты потихоньку менялась. Ты сильно... То, насколько сильно ты выросла с тех пор, как у нас начались отношения инструктора и ученицы, просто ошеломляет. Это превзошло все мои ожидания. И потихоньку это меня очаровало и пленило.
いつも頼もしいこの人にも弱いところだってある。Даже у такого надежного человека есть свои слабости. その弱さを私なりに守りたい。そんな風に思うようになりました。Я хочу защитить эту слабость. То, как я могу. Вот к чему я пришла, к какому пониманию. Несмотря на то, что это одна из причин, по которой я выбрал тебя, на самом деле все намного больше. И кроме того, ты не являешься никакой фальшивкой или имитацией. Даже потеряв Милю, ты не пала. И продолжала расти все больше и больше, и будешь и дальше. Ну что, ты все еще не уверена, что мне не стоит быть с тобой? Как вовремя, прямо. Да. Удивительно. 1年前は, 多分, 何も感じなかったと思うのに. Это как-то странно. Несмотря на то, что год назад я, возможно, ничего подобного не чувствовала. Это настолько красиво, что заставляет прямо меня плакать. Вот как. Я рад за твои чувства. Я рад твоим чувствам. Однако, я, скажем так, более взрослый. И твой инструктор еще. Отныне я буду наблюдать за твоим ростом и защищать тебя. И буду выполнять свой долг до самого конца. И затем, после того, как, по сути, ты закончишь учебу и станешь совершеннолетней, твои чувства не изменятся, я еще раз прошу тебя, и если все пойдет хорошо, мы закрепим наши узы. Да. Я не возражаю. Я ученица Ринсана и партнер. Я всегда буду с тобой. Поэтому, пожалуйста, наблюдай и жди. Господи. Как же они хорошо сделали эти сцены все-таки. Как бы правильно, все как надо. Ничего не сломали. Блин, я доволен. Так, следующая у нас Элис. После Алтина будет. Ну, вперед. Брат. Не нужно так сильно спешить. Я должна была. Когда я пришла к пониманию, что как бы ты, ну, собираешься.
Это брат. Что насчет обещания с другими? Фу, да, можно. Ну, я чувствовал себя потерянным. Однако я хотел лишь с тобой связаться. Для меня твои сказанные чувства, ну, в лоб, прямолинейно, более важно, чем что-либо другое. Я готова к этому, пожалуйста. Дай и скажи мне свои честные чувства. Ты моя сестра. И я думаю, что этот факт никогда не изменится. Мы встретились 14 лет назад. Ты посмотрела на меня этими чистыми, невинными глазами. На меня, того, который не имел воспоминаний. И с того момента и дальше я думал о том, что хочу защитить этого человека всю свою жизнь. То есть пойдем. Как незаменимый брат. Хочу искренне защитить твое счастье. Большое спасибо. Лишь услышав эти слова, я... Однако, в тот момент, когда ты мне передала свои чувства, я был смущен и был сбит с толку, но, без сомнения, я был очень счастлив. Не бойся, она уже расстроилась, думала, что нет. Ну, все нормально сейчас будет. Я жертва. И кто знает, как битва завтра закончится. И я знаю лишь, что ты все это понимаешь и хорошо знаешь, особенно сейчас. Больше, чем что-либо, я хочу и намерен быть человеком, который сделает тебя воистину счастливой. Типа, если все хорошо пойдет завтра. И каждый раз, когда я сейчас думаю вот об этом, человек по имени Рин Шварца действительно ли достоин тебя? Помимо обычая жертвой, мечником и инструктором, на самом деле я злюсь на себя, на мою полную неопытность, незрелость как мужчине. Окей. Ну, я сам удивлен от неожиданности, что пришел к таким мыслям вообще. Честно, я даже не знаю, как тебя ввести, но... Брат. Неужели я сказал что-то обеспокоящее? Да. Я не слушаю. И я не против, брат, если ты проблематичный.
Я не тороплюсь, но сам факт того, что ты принял меня и признал, уже достаточно. Само по себе. Брат. И сервис у них тут. Сегодня вечером. Давай проведем ночь вместе. И вспомним еще об отце и об Юмир. И также, скажем так, поговорим типа. То, что поговорим. Позаботимся о том, что будет между нами отныне и дальше. Да. Ну, короче, понятно. Все понятно. Итак, следующее признание с Июной. Давайте посмотрим. Инструктор Рин. А, прости. Похоже, я пришел слишком рано. Да ничего подобного, все нормально. И, помимо прочего, я удивлена, что вы пришли. Все нормально? Оставлять других и встречаться со мной. Честно говоря, я чувствовал себя потерянным, но хотел с тобой связаться. В этот раз я хочу тебе прямо ответить взамен на твои искренние чувства, что ты мне дала. Ребят, делаем ставку. У Юна будет гореть или нет? И как только я разобрался в своих чувствах, я, само собой, естественно, связался бы с тобой. И так и случилось. Когда мне вы говорите это, я чувствую как-то себя немного неловко. Я тоже приготовилась уже, точнее нет, я тоже готовилась уже некоторое время, и сейчас готова. Независимо от того, какой будет ответ, никаких сожалений у меня не будет. Но перед этим вы можете мне позволить извиниться за одну вещь? В тот раз, когда я рассказал вам свои чувства так импульсивно на теннисном корте. Потому что я знал, что вы инструктор Рин. Будете серьезно их воспринимать. И будете думать о том, чтобы ответить. Но я также знала, что это будет беспокоить вас в какой-то степени. Возможно, мешать, поэтому я сожалею.
それでも冗談めかして撤回したりは絶対にできませんでした。Помимо прочего, после сказанного я сделала вид, что пошутила, что определенно не является правильным. Да ты, потому что эти чувства содержат лжи и обмана. Я инструктор Рина. Я вас люблю сильно. Я жертва. Кто знает, как завтра битва окончится? Я думал об этом. Я был немного растерян в своих чувствах. И думаю, что сейчас я действительно готов ответить должным образом на твои чувства. Однако... Возможно, я не буду настолько хорош, насколько это нужно, типа, и так далее, в таких вещах. Однако, учитывая, что ты взяла себя, скажем так, в руки и сделала это, сказала это прямо, знаешь, до того, как я все осознал, все стало так привязано, что ли. Или я стал привязан к тебе. Но есть проблема, что... Как бы ты сейчас моя ученица, типа. И как инструктор, я чувствую, что если я буду пересекать вот эту черту, это совершенно неправильно. И еще есть факт того, что... Кажется, у кого-то сейчас пригорит. Нет. А еще есть факт того, что Том, о котором ты думала, не такой я, какой сейчас. Что-то подобное. До тех пор, пока не будет проведено четкое различие, дать ответ Юна в конце концов пригорит через 1, 2, 3. Вы чё, даже в такой момент? Нет. Вы... Уже в такой поздний момент, после того, как все черты уже пересечены, собираетесь быть таким еще? Снова? И насчет того, что как бы у нас сейчас отношения инструктор и ученица, как бы, ну да, есть, но как бы, ну, ну и что? Я думал об этом. Да, блин. Тогда... По крайней мере,
Дайте мне обещание. Дай мне остаток норикоете. Атасига бунко соцгё сурмаде митодокете курерутте. Что вы обязательно преодолеете завтрашний день. И потом будете присматривать за мной. И после того, как я закончу, собственно, академию, и, собственно, выйду из нее. Когда это случится, мы больше не будем инструктор и ученица. Юна. Понял. Я обещаю. Но даже после этого нам придется долгий путь пройти. Все нормально будет. Потому что бы ни случилось, эти чувства не изменятся. Определенно. И правда, прямолинейно до самого конца ты. Ну, как же без того, чтобы заставить ее погореть немного? Эх. Красиво. Смотря на это, как-то я чувствую себя, ну, развеселевший. Да, ты права. Давай завтра постараемся за всех сил, Юна, чтобы сдержать наше данное обещание здесь. Да. Так, ладно, все. Следующий у нас Това Сэнпай. Давайте посмотрим. Как с ней было бы... О, смотрите, в этот раз Рин бегает. А не тянки бегают к нему. Това Сэнпай. Опять с Сэнпаем, да? Саки, санзуке де юбарете, докито счатта кедо. Хотя мое сердце немного быстрее бьется, или только что это быстрее билось, когда ты назвал меня по имени сын с... Нет. Да. Хотя мое сердце бьется быстрее, когда ты называешь меня по имени с саном. Ой, прости, это было фальш стартом. Господи. Нечестно, Ринку. Звать меня так даже после того, как ты знаешь мои чувства. Прости. Но я рад, что ты пришла. Да блин, она сейчас горит, мне кажется. Я жертва. И это определенно беспокоит будет тебя, сэнпай. Он настаивает на сэнпае. Но как я дал уже обещание, я определенно не сдамся до самого конца. Для того, чтобы с сэнпай плести, создавать воспоминания, короче, еще больше отныне. И чтобы не сделать так, чтобы вы, сэнпай, были одна. Я люблю тебя. Това-сан. Блин, ничего себе, вот тут как бы окей, немного по-другому. Тут идет признание от Рина.
маленькая, но такая настойчивая, упорная, цепкая. Ты больше, чем кто-либо другой, имеет действительно очень доброе сердце и изо всех сил старается. Несмотря на то, что иногда вы склонны перестараться, это все настолько прекрасно, что прямо хочется мне взять вас и обнять тебя. Отныне и навсегда. Ринку. Ринку. Я тоже, Рин-кун, хочу быть в твоих объятиях отныне и навсегда. Не как сэмпай, не как, собственно, коллеги по работе, а как нечто особое для Рина. Блин, вот это круто, конечно, сделали. Я не ожидал. Думал, будет то же, что она будет. Да, серый Суни хорош. Да. Кстати говоря, Ринку, ты только что меня маленькой назвал. А, ну, это как бы... Я просто хотел высказать вам свои чувства... Высказать тебе свои чувства без грамма лжи. В конце концов, это одно из твоих качеств, сэмпай. И мне они очень сильно нравятся. Нет, не прощу. В качестве наказания я прошу, чтобы вы предоставили доказательства ваших намерений наилучшим образом, используя разницу в росте. Чего? Я его понимаю. Он загнула. А ты подумай, с моей стороны, как сложно сделать то, на что я тебе сейчас намекаю. Да не, я думаю, что это лучше для вас. Ну ладно, давайте попробуем. Превосходно, конечно. Ну что ж, погнали. Следующее. Мьюзи. Настало ее время. Давайте посмотрим, как это все сложится. Инструктор Рин. О, ты бегала до сюда. Хотя нет нужды спешить. Я не хотел у вас, инструктор, слишком много времени отнимать. После того, как мероприятие закончится, у вас же уже дано обещание быть с кем-то...
その方と教官との逢瀬を想像しつつ泣き濡れながら眠りにつきますから。Воображая эту встречу инструктора с этим человеком, я в конечном итоге буду спать, наверное, со слезами в глазах. Господи, ну ты даешь. С чего ты взяла? И та, кому вы дали обещание, это случаем не Алиса-сан? Или это кто-то другой из ваших сэмпаев? Или, возможно, инструктор Тоа или Сара-сан? Мазака Юна-сан и Элиза-сэмпай даттари-тока? О, или неужели это Юна-сан или вообще Элиза-сэмпай? Не нужно смотреть меня такими глазами. Не нужно обращать внимание. Нет. Видишь ли, все твои предположения неверны. После встречи с тобой у меня нету никаких обещаний встретиться с кем-то другим. Знаешь ли? Вы о чем думаете? Тех, кто влюблены в инструктора, нельзя сосчитать даже пальцами одной руки. Ну, есть такое. Если вспоминаешь то, что завтра последняя битва, разве вы не должны это время провести с кем-то другим наедине? Но все равно, почему? Почему вы придаете такое значение пустым словам такой маленькой грязной девушки, как я? Честно, поначалу я чувствовал себя сбитым с толку, потерянным. Но затем я захотел лишь с тобой связаться. Сегодня ночью я больше всего хочу удостовериться в том, что ты сможешь спать хорошо, приятно или прекрасно, или уютно и так далее, короче. Нет. Не только спать хорошо, но и хочу еще быть рядом и видеть твое лицо. Рин, Кюка. Инструктор Рин. Ну, нормально так он сказанул. Вы, инструктор Рин, видите такой? Или поняли, наверное, без виду. Донани амайте, джудан мекаштемо, аната нива хибиканай то омотте. Я думала о том, что как бы я не вела себя шутливо или избалованно, это не оставит какого-то такого впечатления на вас, инструктор. Позволь мне тебе сказать следующее. Я мужчина. И
Я ни за что не могу оставаться равнодушным к таким, кто, как ты меня дразнила, или неожиданно нападала, скажем так, на меня ранее. Кроме того, после того, как я узнал то, что у тебя на уме, тебя беспокоит, что ты переживаешь, а также решимость и решительность, которая находится под всем этим, под всем тобою. В любом случае, нет ничего плохого для инструктора, как минимум хотеть или иметь желание обнять свою ученицу, не? Я не могу поверить, это невероятно. У меня в груди как будто сейчас все взорвется. Я больше не могу контролировать свои чувства. Знаешь, это нормально. Не все можно... рассчитать, как на доске. Возможно, то, что... Нет. И, возможно, это стоило того, что я выбрал тебя. Честно. Несмотря на то, что вы взрослый, вы соблазнили такую молодую девушку, как я. Это еще кто тут соблазнил кого? Я бы еще поспорил. Прости, это, наверное, было слишком внезапно и неподавающе. Но я буду стараться контролировать себя и не пересекать границу учителя и ученицы, если получится сегодня ночью. В смысле сегодня ночью? Не может быть такого, что инструктор такой напористый, насильный. Да я сам в шоке. Это тебе не нравится, что ли? Я люблю вас и все это. Короче, она в восторге. Итак, Сара. Давайте посмотрим. Инструктор Сара. そんなに急がなくてもいいのに. Не нужно так бежать. こっちが気温で早めに来ちゃっただけなんだから. Я пришла
Я пришла немного пораньше, потому что немного волновалась, беспокоилась. Вот и все. Ну, я жертва. И кто знает, как завтрашняя битва закончится. Но поскольку сегодня, возможно, может быть последняя ночь, поскольку не хочу, чтобы никаких сожалений у меня не осталось, я позвал вас сюда. Да, я тоже не хочу оставлять никаких сожалений позади. Я люблю вас, Сара-сан. Я не особо зрелый. Я полностью, наверное, не подхожу, не соответствую вам, но... Если возможно, я бы хотел бы провести сегодняшнюю ночь с вами. Отныне и навсегда. Да. И я хочу этого. Кимива, таскани сето даттанони. Ицноманика, сорейзио ни наттейта. Ты действительно изначально был просто моим учеником. Но прежде чем я это осознала, ты стал нечто большее для меня. Аташино како о ханаште, ано кёгокудо де, кими но хиссина сугата о мите. Мы говорили о моем прошлом. Я видела тебя в отчаянные моменты. Многое другое. Я начала думать о том, что хочу заботиться о тебе и не оставить тебя одного. Как инструктор я полный провал, да? Но я уже выпустился, так что никаких проблем нет. Сервис. Нам прямо подготовили всю эту сцену до такой степени. Но завтра мы обязательно постараемся. Да, Сара-сан, вместе с вами. Окей. И с училкой замутили. Why not? Следующая у нас Эва. Ну, вперед, Эмма. Посмотрим. Эмма. Комбанва, Рин-сан. Добрый вечер, Рин-сан. И-йору, десне. Хорошая ночь. Это маленький момент спокойствия, что ты, Эмма, и остальные создали. Ну, бабуля, сестра и Селин помогала. Кстати, да, если замутить с Эммой, то Селин-то как бы, ну, тоже с нами. Там, как бы, ну, да, еще бабуля сверху и Гладида.
Не, ну как нормально вообще-то. こんな時間が持てたのなら、自分で自分を褒めてあげたいです。 Если... Мы можем немного иметь такое время, но не хочу себя, но не хочу себя перехваливать. Хочу, чтобы ты меня перехвалил. Эмма. Я жертва. И кто знает, как завтрашняя битва обернется. Но поскольку сегодняшняя ночь может быть последней, я хочу, чтобы ты позволила мне передать вместе со всеми чувствами благодарность за все, что ты сделал до сих пор, и мои честные слова. Я люблю тебя, Эмма. Не только как товарищ. И не как ведьму, на которую можно положиться. Ты та, которая... самая честная практически. Та, которая посвящает себя важным для себя людям. После всего я хочу, чтобы мы с тобой имели особое чувство, еще особые узы. Да, и я. Я хочу быть хорошей ведьмой, ведьмой Рин-сана и нечто особым для тебя. Запах цветов Эрин. Сделал это для того, чтобы усилить чувства друг друга. Спасибо. Ты взяла их ради меня, не так ли? Пожалуйста, не нужно это говорить. Ринсо. Ты прямо любишь издеваться. Так, как будто это магия. Да, это самая важная магия. В этот момент для нас нет. А, он имел в виду, что типа сама ситуация и то, что типа с ней это прямо как магия. Так, ну что ж, мы посмотрели практически со всеми. И давайте посмотрим последнюю, то есть тян не нужны практически. Но я действительно не имею права никого выбирать. Мне стоит позвонить им всем и отказать. О, Рин.
так и думал, что ты выходишь наружу. Ну, нет, я как бы много думал насчет всего. Я просто не хочу это воспринимать как конец. Как только я закончу совсем, я подумаю еще, может быть, не знаю. Понятно. Типичный Рин. Ну, кстати говоря, Макис, я тут вспомнил, а разве девушка по имени Патрия не здесь лучше? Да, есть, но... Ну, вряд ли как бы что-то получится. Ну, что насчет тебя, Эллиот? Разве ты не говорил со многими девчонками раньше, там все дела? Ну, на самом деле, я думал о том, чтобы выйти и пойти кое-куда после этого немного. Ну, кстати, Гайес и Юис тоже сказали, что они припозднятся уже. Понятно. Да, похоже, что в какой-то степени эти двое смогли меня, скажем так, победить в этом поле, преодолеть. Ладно, короче, я пошел, увидимся. Я обязательно вернусь, но, возможно, очень поздно. Так что идите спать. Понял. Ну, удачи тебе там, повеселись. Да, вперед и разведай новые места, скажем так. Ну, понятно. Значит, у Эллиота свиданка, да? Так, стоять. Ой. Братаны, вам не стыдно? Кто бы говорил? Смотри на себя, прежде чем такое говорить. Слушай, пацаны, как насчет того, чтобы мы втроем пошли и забухали? О, они фонари запустили в небо. Ага, классно. Нормально. Чё? То есть, как бы, Макиас, Кроу. Макиас, Кроу и Рин один. Вот теперь все, конец, ребят. Вот бонусный эпизод, скажем так, сделали, где мы посмотрели другие отношения. И все, мы закончили эту историю, эту сказку. И, собственно, мы увидели разные интересные концовки, и, блин, они всех были хороши по-своему, конечно. И замечательно. Но для меня есть только Лаура, и она, собственно, у меня в каноничной концовке. Ну, а у вас, у каждого своя есть. Ладно, спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам понравилось. Не идеально, я, конечно, все это, но на лету больше я
пока что не способен сделать. Надеюсь, вам понравилось. Пока и спасибо тем, кто в записи смотрит. Там поставьте пальцы вверх, все дела. Ну и это один из последних стримов, как я сказал, перед моим уходом и хз, когда я вернусь. Увидимся. Надеюсь, в один прекрасный день.